Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hardress at Info. Перед нами LG Q6. И в этом видеоролике мы вам покажем, как включить стабилизацию картинки в камере на данном телефоне. Для этого мы слева сверху нажимаем на шестеренку. После чего мы видим здесь пункт «Стабильная съемка» и ставим галочку возле него. Включив стабильную съемку, наш видеоролик, который мы сняли на этот телефон, не будет так сильно трястись, будет намного плавным и не будет таким как бы размытым, если так можно это назвать. И на этом все. Если у вас остались какие-то вопросы, то вы можете писать их в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока!